тяжелую передачу от Лабьери выловил. А это Дмитриевич. Использует заслон, использовал. Помог. Дмитриевич мяч получил. Вышел Камолов. В три маленьких решил играть Уникс. Ну, помню Александра Ефимовича Канделя. Ну, про Канделя крюк. У нас не Скайхук Джабар. Вместо Камолова, понятно. Попытались все-таки снова разыграть дальнюю передачу, но Кулагин обязан забивать такие и забивать. Принимайте решение на площадке. Так это звучало. Не надо все время эти пересмотры делать. Как здорово на переводе мяча на кроссовер. Замазал свой бросок. Ну что интересно, вот в прошлом сезоне у Локомотива тоже по началу сезона, ну не шел трехочковый. Тащил чуть ли не в одиночку свою команду. Но, тем не менее, он потихонечку возвращается в защите. Дмитриевич возится с мячом. И Лабьери не предлагает себя. Дмитриевич в надежде на подбор, но этого там у Моргана более-менее все в порядке. А вот все вот эти двоечки, где нужно подстраховать, сместиться, в итоге появляются дыры. Джарен Рейнольдс просто сделать правильный шаг при обработке мяча. Попытался после ловления мяча сделать прыжок у нас Джордан Морган, чтобы был нулевой шаг, а не третий. Он бы мог забить. Средняя... Редкий случай. Дмитриевич забрал подбор в нападении. И сам же там уж своей мощью Мартюк спокойно сдвинет людей побольше. Испытается Астоленко. Опять нашим режиссером. Потеря на ровном месте, потому что вряд ли это перехват, это та самая невынужденная ошибка, про которую мы постоянно говорим. Низкая передача для Бако. Нельзя так отдавать. А вот так можно, и тогда мы увидим такую...